Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас тема, почему не работает половое воздержание. Есть некая часть людей, которые практиковали половое воздержание, и по итогу они не замечали никакого результата. Были даже те личности, которые воздерживались полгода и более. Есть ответ на этот вопрос, все заключается в том, что у данных людей нету проблем. То есть у них нет каких-либо комплексов и какой-либо застенчивости. Эти люди активно занимаются половой жизнью, и при этом они активно ведут образ жизни, и сталкиваются со множеством людей, и идет активное общение с ними. Тем самым эти люди не видят проблем и какой-либо тревожности, поэтому они особо не получают эффекта от полового воздержания, может даже и были у них изменения, просто они этого не заметили или не дали этому повод. А вот те люди, которые ищут проблемы в себе, которые застенчивы, копаются в разных темах и сферах, они обладают более высоким интеллектом, чем большинство других людей. Так что такие вот дела. Благодарю за просмотр данного видео, всем пока и до скорых встреч.